Так уж сложилось еще со времен Советского Союза, что на месте прокладки коммуникаций в будущем в 90% случаях появлялись дороги. Так просто дешевле. Коммуникации стараются прокладывать в соответствии с генпланом, а он предусматривает зоны застройки, в которых прокладывать трубу нельзя. Изначально коммуникации прокладывались вдоль дорог. Время шло, дороги расширялись, и технологические люки оказывались прямо на проезжей части. Равно как и линии коммуникаций, изначально проходящие рядом с дорогой, оказываются под дорогой. И все вроде бы ничего, вот только люки, установленные на всем протяжении канализации, со временем начинают выступать вследствие просадки дороги. И порой даже так, что автомобили цепляются дном. Это сильно портит и нервы водителя, и подвеску автомобиля. Ремонт и того, и другого весьма дорогостоящий. Поэтому на самых оживленных улицах курорта люки будут надежно укреплены, дабы избежать просадки, и выровнены с уровнем дорожного полотна. Вадим Родин, Анапа регион.